Шалом, славяне, с вами я, Майор. Сегодня у нас, в общем-то, воскресные или не воскресные. В общем, ребята, новости на выходных, да, как вы любите. Ну, блин, ребята, сегодня как-то будет маловато новостей. Ну, собственно, новая фишечка, новая халява, да. Ну, короче, погнали! Так, ну что, ребята, что-то на прошлом видеоролике как-то маловато лайков, да, набралось? Йоу-йоу-йоу, да, давайте, короче, это самое, 20 лайков наберем на этом видеоролике, чтобы тогда новости продолжались, а то что-то как-то не очень-то и хочется снимать, раз так маловато лайков. Так что давайте, ребята, 20 лайков, ребята, и я снимаю, короче, опять на выходных новости, как вы все любите, да-да-да. Ладно, короче, ребята, что там? Вот топ-комментарий у вас сейчас на экране, чтобы попасть в топ-комменты, надо написать топовый комментарий, да? Короче, и вот. Ну ладно, ребята, все, давайте переходим к новостям. Короче, вот, смотрите, на другом регионе вот появилось такое вот типа джекпотик с питомцами. What? Ну, собственно, такое вроде бы уже раньше было, насколько я помню. Ну, короче, вот такое. Ну, типа вот это лесу получить или что, я не знаю. У меня такое ощущение, что на нашем регионе это уже вышло. Потому что я чуть-чуть вообще не в курсе, что у нас в Гранде сейчас происходит. Ну, короче, вот такое вот, ребята, нормально. Нормальный скин, мне эта лисичка очень сильно нравится скином своим. Ну, так, короче, давайте дальше, так, что там. Вот такая, короче, дальше дичайшая масочка. Просто, ребята, дичайшая, мне очень нравится. Она такая угарная, серьезно. Я с ней, наверное, гонять буду, ребята, честно отвечаю. Она в какой-то там халяве вроде бы, да, ее дают за обменник, насколько я помню. Ну, или будут давать где-то, я не помню, ребята. Короче, как-то так вот. Так, дальше, короче, ребята, что? Вот дальше, смотрите, в общем-то, вот такой вот джекпотик на эмочку. Ну, собственно, я думаю, когда выходит этот видос, он уже вышел, как бы, да, да. Вот такая, типа, эмочка. Насколько я знаю, у них там статистики, типа, плюс 2 урона, вроде бы, и плюс дальность. Ну, ребята, блин, самая топовая эмочка, как по мне, типа, земляная, которая, или как там она называется. Ну, типа, выпустили бы лучше на какую-нибудь там XM8, серьезно, скинут. Типа, все просят, но я не знаю, в чем, типа, что они не выпускают. Как по мне, типа, все модекам там заходят, типа, там на пулемет, там на XM8, ребята, очень жестко заходят. Мне еще зашел скин на XM8, который, короче, вот этот скорострельный, вообще, ребят, сделали бы легендарный там на XM8, вообще имбаба была. Ну, а так, типа, такое себе, очередная эмочка, ну, ничего особенного, да. Ладно, короче, вот такая вот, короче, дальше рулеточка. У меня тоже такое ощущение, что в нашем регионе она уже вышла, потому что, типа, вот такое. В общем-то, типа, вот этот сетик, кто-то говорил то, что, типа, этот сет сначала, раньше еще говорили до выхода в новую, то, что он будет в золотом джекпоте, ну, собственно, все-таки не в золотом джекпоте, а вот такой рулеточка, короче. Карен опять, как всегда, лохов разводит, собственно, такие рулеточки выпускают, ребята, рулеточки. Так, короче, ну, как обычно, рулетка. Вроде бы ничего олдерского тут нету. Я просто похлопаю. Такого, типа, жесткого. Так, короче, переходим дальше, ребята, вот такая дичайшая доска, блин, она уже неделю назад, типа, вышла о ней новость, ребята, сейчас рассказываю только сейчас. Но сейчас новостей, ребят, как-то мало, потому что, типа, обнову уже выпустили, ну, типа, все, Гарен уже что-то не старается или что, я не знаю. Короче, ребят, новостей очень мало, ребята, вот так вот, короче, ну, такая вот доска, очень крутая, кстати, типа, как ее называть, типа, короче, типа, ну, не знаю, как называется, но, в общем, типа, такой скин, нестандартный, типа, форма, вот это имбово, ребята, это имбово. Как, типа, меч там, и как, типа, крыло самолета, вообще имба. Еще дальше, ребята, вот такой вот этот спасик, да, он тоже неделю назад, типа, о нем новость вышла, или я его уже показывал, я не помню, ребят, ну, короче, так вот он выглядит, типа, в игре. Вот так вот, короче, дальше коллаж, его я тоже показывал, ну, типа, вот сейчас с эффектами, ребята, эффект нормальный, нормальный, ребята. Статистику я пока что вроде не знаю, короче, вот так, топовый коллаж, ребята, вообще топовый, ну, нормально, в общем-то. Дальше, ребята, смотрите, в общем-то, как я понял, такого на нашем регионе не будет, но все равно, ребят, сейчас вам расскажу, в общем-то, в чем прикол. В общем-то, вот смотрите, видите, тут написано Сига Фри Вайбер Твиттер, Вайбер Твиттер, что? Вот, в общем-то, короче, у Гарен там, походу, 200 тысяч подписчиков, ребята, на каком-то их твиттере, я не знаю, там, в Индии, там, в Индонезии. Ну вот, короче, они, типа, дают там купончики эти инкубаторские и, типа, алмазы, ну, тыквенные сейчас. Типа, сейчас ивент, да. Ну, короче, у нас, скорее всего, такого не будет, но, ребята, вот так вот, короче. Но мне бы очень хотелось, типа, на инкубатор вообще, ребята, имба. Дальше, ребят, тоже какая-то сомнительная, типа, халява, какая-то, типа, Free Fire Pro Лига. Чего? Кого? Просто не знаю, ребята, короче. Как я понял, типа, у них там на каком-то регионе какой-то финал Pro Лига, или, может быть, у нас тоже это будет, я не знаю. Может быть, это как раз чемпионат мира, я не знаю. И, короче, как я понял, у них вот эти штанишки, видите, посередине за 450к, я не помню, чего 450к. Возможно, еще зритель, у них такой дикий онлайн, нихера. Ну вот, как я понял, у них этих штанов, представляете, еще на регионе не было, типа, на жесткий регион. Вообще дико, да, ребята? Ну, короче, вот такое, типа, тут слева такая фигня.
Ну, как я понял, ребята, еще такая инфа, то что это как будто бы кто-то типа из... просто это как бы не разработчики такую фигню сделали, а типа игрок какой-то Free Fire. Ну, я не... Честно, так все у них запутано на этих регионах, просто серьезно не понимаю ничего там, что происходит. Дальше, короче, ребята, вот такой типа в обменник за куб вот такой вот дают. Это, короче, вы поняли, да, ребята? Вот этот, короче, монстр жесткий, монстр. Зелененький, как и халява, да, ребята, с этим... Франкенштейном, да, наконец-то я вспомнил это название. Короче, дальше, ребята, кстати, вот дальше, тупо, ребята, такая прикольная инфа. Один из подписчиков, ребята, у меня писал то, что, короче, в Вангую, типа, стеночка будет за предзаказ. И, ребята, походу, серьезно, стеночка, ребята, будет за предзаказ. Вот смотрите, как она, короче, в руках выглядит. И, короче, вот есть инфа, то, что, ну, этот, типа, который бандитский, там, этот пропуск, типа, у него будет вот в предзаказе вот эта вот, типа, стеночка. Ребята, я показывал в предыдущих новостях, так что, ребята, посмотрите, кто не смотрел, да? Дико, дико, ребята. Дальше, ребята, топовая, топовая, типа, новость, серьезно, мне она понравилась. Короче, кнопка «Скрыть рюкзак», ребята, «Скрыть рюкзак», имбовая, серьезно. Она на каких-то там наборах появляется, я сам не понял, на каких наборах, может быть, легендарных, может, не легендарных. Вроде бы каких-то там легендарных, как я понял, вроде бы. Ну, короче, вот, типа, слева у вас такая кнопка «Скрыть рюкзак». Вы, типа, как-то в игре выглядит, ну, типа, у вас просто рюкзак. Ну, короче, просто как обычный скин, просто у вас рюкзак не отображается, типа, чтобы вы любовались диким, дичайшим скином. Гениально. Дальше, короче, ребята, вот такая фигня. Короче, ивент праздника Дивали. Короче, это какой-то праздник, я не понял, индийский, как будто бы, что ли. И у них, типа, вот такой динозаврик дают на халяву. Воходу у нас-то, ребят, такого не будет. Ну, такое, типа, я не понял, этот динозаврик уже был или, типа, его новенькие сделали, просто, типа, рескин. Ну, типа, такое, понятно, скорее всего, у нас такого не будет. Слишком жесткая халява, ребята. Дальше, ребята, короче, дальше, это последняя новость. Ну, ребята, это новость-развод. Как бы кто-то, короче, говорит то, что, типа, будет магический куб давать, типа, на... За игру, ребята, за игру. Ну, как по мне, ребята, это полный бред. Ну, это невозможно, ребята, ну, даже если на чемпионате мира, типа, ну, там можно было, конечно, получить, ну, типа, ребята, я думаю, скорее на каком-то более значимом такое событие, типа, чемпионата мира. Ну, серьезно, Хэллоуин не настолько же значимый, я думаю, для Гарены, потому что они будут магический куб, типа, за бесплатно давать. Ну, кто-то говорит, что это чисто на Индонезии будет, ну, не знаю, ребята. Ну ладно, ребят, собственно, это все новости, да, там подписываемся на группу ВКонтакте, там, кстати, мемчики сейчас, ребята, выходят очень годные, вообще смешные, просто в шоке, какие они смешные, там, типа, еще группа с артами, ну, это одна и та же группа, короче, ребята, да, го, ребята, короче, набираем 20 лайков, да, и тогда, ребята, выходит, короче, следующая новость на выходных, ну, как вы любите, да, ну, в общем, на этом все, с вами был Майор, да, уже второй раз говорю, всем удачи и всем пока!